Привет, интернет! С вами Рэй. Сегодня мы посетим село Пальминка Витебской области. Для тех, кто только пришел к нам, советуем посмотреть предыдущие ролики о Витебской области. Весной погода ведет себя аномально. Ну, или мы просто такие везучие. Когда приехали утром, шел снег. Но к обеду казалось, что уже наступило лето. Вам может показаться, что эти кадры сняты в разное время года, но нет. А мы начинаем. Всем Geek Rogers, поехали! Пальминка находится в 10 километрах на юго-восток от города Городок, о котором у нас есть несколько роликов, советуем посмотреть. Говорят, что Пальминка названа так из-за того, что здесь когда-то росли пальмы. Помещик очень любил их выращивать и поэтому так назвал свое село. Во времена Великой Отечественной войны в январе 43 года село было сожжено немцами. После войны все восстановили. С 1999 года и по сей день Пальминка является центром совхоза «Городокский». Мы еще обязательно вернемся сюда летом и полетаем здесь на квадрокоптере. А на этом все. Спасибо, что делитесь нашими роликами в соцсетях. Дальше мы едем в деревню Хвошно. Вы можете посмотреть этот ролик прямо сейчас, вот в этом окошке. Ну или нет. В любом случае, подписывайтесь на канал. Мы вам расскажем еще много интересного про нашу страну. Ролик озвучил прямиком с одной из пальм Рэй. Пока!